Всем привет, с вами Зироп, живая игра, карта лес. Пробуем новый прицел. Тюльпан очень неудобный, но я его забрал из ЧВКшника, у ЧВКшника точнее. И интересно, на практике чтобы посмотреть. Пристрелку поставил на 75. Интересно, есть цевьё у прапора на первом уровне. На это цевьё можно ставить ручку. И тоже ЛЦУ новый появился. Ну, типа, фиолетового цвета. Что никого не дали здесь. Рест не самый удачный. Поскольку у нас... Ну, нам далеко бежать до нормального лута, раз. Во-вторых, у нас справа, ну, считай, сзади, да, есть, могут быть ЧВКшники впереди. И можно попасть вот такой в сэндвич. Что потом с него выкрутиться будет сложновато. Перед этим просрал свой СКС крутой, глушителем. Их двое. Челбот меня наказал. И все потому, что выбил мне ноги, а я... в общем, анальгин не положил себя. На быстрое использование. Главное, чтобы они меня не услышали. Их двое, поэтому у меня плюс прицел ужасный. Непонятно. Блять, они дальше побежали. Где же вы? О, они же КПП и всяко будут лутать, наверное, не? Надеюсь, они не залезли на эту скалу. Залезли, твою мать. Помог мне ЛЦУ. У меня первые патроны БСК здесь. Второй внизу оказался. Если СКС жарит. А я грены не взял. Как так? В прошлый раз брал. Ну я прицел, кстати, у меня бы это... дистанция. Оторвать. Ага, он меня заметил. Кэсси, что это за херня? Так, я его вижу. Видит, он мне, скорее, тоже видит. Но там только голова-то рычит. Ах, залазь. Давай. А, криворуки. Или кривоноги. Ну. А, резет. Че он там своего друга сочит, не? Был он здесь за камешком. Кстати,
кстати, время игры вроде уменьшили, 40 минут стало, было больше. Чем залег? Ну что, сзади стреляет. Попробую сейчас фландануть. Надеюсь, у него нет фиксового прицела, чтобы какое-то преимущество поиметь. Ставим одиночное. Главное, чтобы со спины. Так. Это часом не он стреляется с диким. Может, бросил друга? Это ботяра. Мне же ботов надо убивать. Да без этой подсветки или это было сложно. Вот меня заметил, не? Так, где меченая поляна? Перенесли, что ли? Нет, вот она. Здесь сюда тяжело найти. Так, надо помнить, у нас сзади были люди. Ну, вроде чувак со СКС сработал. А пойму, с МП-5 кто-то. Вот дикий, надо, блин, мисклик. Ё-моё. Какой же неудобный прицел. Ты же кто-то лутался, что ли? Бот. Жестко. Вот он тут же засек. Что с
совсем рядом стреляет. Давайте смотреть, что там. Значит, залутал того чувака. И вот другой вроде как бежал. Цена же это звук будет записаться. Что со спины могут прийти, как он там играет, непонятно, сидит. Или он дикий ждет, трощит. И потом прицел надо привыкать с помощью синего лазера. Я хотя бы могу сориентироваться. Ладно, пойду лутать кого. Спину чекну. Что парень со скай затих, то ли его убили. Там дикий вдалеке. Мы его не можем. Потерял дикого света. Опасное место, надо бежать с ножиком. Что примерно 3 диких надо убить для квеста. Странно найти, ну ладно, идем.
квестов. Выдохся. Да, его напарник как истинный друг бросил. Молодец. Может, он успел разлетать? Я сомневаюсь. Что за фигня? Здесь есть вал. А, он нашел вал. Пошел. Может, тогда не мучить жопу, повесить нормальный прицел. Залутал бота. Так, классно, перепады здесь. Скалу переделали, а. Показалось, что там кто-то есть. Палатку не нашел в прошлый раз. То ли ее убрали, то ли сместили.
Нет, здесь никого. Это не босс. Это не босс этот. Вон он, сука! Да, походу это босс. Пацаны, да он там совсем ё... Полить надо его! Это просто вроде дикий. А тут такой интересный, хотя фига знает. Грены бросает. Надо куда-то в кусты. Куда ближайшее? Так, наверное, возьму, если там босс, если он бронирован лучше, то Вепрхантер с ним должен справиться. Где у нас сколько здесь патронов, сразу перезаряжу. Да, стопово, как я и думал. А, мне еще нужно восстановить конечность. Классная тема, на большие карты обязательно теперь брать. Я могу параллельно заряжать. Отлично. Тут мне пригодился снайпер. Возможно, или это босс, или ну, свита босса, как вариант. Если так, теперь урпана. Ноль. Все, можно идти. Тратился все БС-ки, теперь там БС-ки. Так, кто-то шумит. Да вот! Давай.
усы. Берем. Вот это такой звук стрёмный. Чего это валят-то? Сигареты. Стрессирующие. На синий так. Как так? Двери. Еще не вылетел. Заканчивается. А вот зря ты трассерный выбросил. Хоть какие лучше, чем никакие. Это сколько у вас? Но если это не... Не босс, тут я не знаю. Просто жмур. Подвисло, но почему? Минут. Что же время кончается? Топорик крутой. Берем.
О, броня. Мне кажется, это с боссовской же элитой, не? Пацаны. Угу, на 10 патронов. Да, это... Это может не сам босс, но ты, наверное, его подопечная. У меня времени уже нет. 8 минут. Еще один же мор рядом. Давай, ты же ловишь. То есть это не босс, это его элитная охрана. Скорее всего. Ну, как мне убить босса теперь? Это патронов нет. Надо с выпрямленной стрелять. Короче, если коротко, план какой, я сбрасываю свой калаш. Беру их не вепрю. Любое. Снимаю прицел для ближнего боя, чтобы он был. Я понял, почему с ними так сложно. У них эти випри на топовых патронах. Нужно пушить этих снайперов. Эх, базилина. Где босс? Где он? Времени нет его искать. О, ну пусть. Блин, меня босс убил. Фу, блин. Конечно, штурман меня завалил в грудную клетку. Ну, прикольно вообще. Первая встреча со штурманом. Если вам понравилось видео, то поставьте лайк.